Всем привет! Меня зовут Влад А4, Егорик Глент, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с ребятами проверим свою удачу. Все как вы любите. Нам по очереди вот в этом вот блюдечке будут приноситься ужасные ингредиенты. Что именно мы будем делать с вот этими вот ингредиентами? Решат вот эти вот бумажки. Или откусить кусочек, лизнуть этот предмет. Или же ничего. Сейф бумажечка. Условия максимально просты, ребята. Нужно начинать, правильно понимаю? Правильно? Да, начинаем! Так, Даниил Андреевич, готовьте первый ингредиент, пожалуйста. Так, есть. Пацаны, давайте сворачиваем эти листики. У нас они будут лежать вот в этом вот дуршлаге. Также, ребята, хочу вас попросить, знаете, что сделать? Поставить лайк. А знаете, по какой причине? А по очень простой. Ставь лайк, если ты давно не ставил лайки. Я давно не ставил. Давно не ставил? Я тоже поставишь давно, лайк? Самое время. Поставишь лайк? Да. А я вот лайки ставлю постоянно, себе под ролики. Короче, ребят, ставьте лайки, давайте под этим видосом соберем 1 000 000 лайков, и мы покажем, что в той тайной комнате. Я видел, вам очень интересно, что серьезно. Там. Блин, пацаны, это опять челлендж с ингредиентами, это самое жесткое, что у нас есть на канале. Зато знаешь, как это любят подписчики? Наши самые популярные и интересные вам ролики. Короче, запуливайте бумажки. Все, ребят, я приготовил классный челлендж. Все, Даниил Андреевич, несите, пожалуйста, ингредиент. Стой, не открывайте. О, ставьте. Сначала вытаскиваем бумажки, а потом узнаем, что там. Как так вы точно думаете, что там? Что-то очень ужасное. Острое. Блин. Это первый раунд, поэтому он должен быть смачный. Что, вытягиваем, пацаны, по бумажечке и начинаем. Тихо. Все, я у меня упал. Лизнуть у Глента ничего, откусить. У меня попалось откусить. Так, что там? Острое. Ну, в принципе, масло же едят с бутербродом, там можно как бы и захавать, ничего страшного. Это же не острое. Кусман откусил. Смотрите, такой большой. Ребята, я хочу сразу уточнить. Смотрите, такой момент. В бумажке-то написано «откусить», но есть-то зачем? Ну, это так вот, вот оно так вот, да. А ничего? Еще вы знаете вот эту печеньку квадратную. О, это все. Первый челлендж выполнен. Погнали дальше. Кстати, я понял, что Глент-то ничего еще не ел такого отвратительного у нас челленджа. Глент, вообще... сегодня будет посвящение просто. Да, посвящение реально в ряды. Сейчас ты поймешь, где он у нас там снимался? В каком-то детском челлендже, по-моему. В каком-то снимался? Я все время готовился, да, вам помогал. А, ну короче, детский челлендж. Сейчас он поучаствует в роли героя. Это уже не детский сад. Блин, я никогда не пробовал табаско, и я очень боюсь, если честно. Никогда. Никогда, ни разу не ел вообще табаско. Никогда в своей жизни. Первый раунд был легкий, а это что у нас? Что это там такое? Он, кстати, нес так, как будто там что-то тяжелое. Очень тяжелое. Что-то не влезло, что-то огромное, гигантское. Ну что, готовы, ребят? Вытягиваем бумажечку сразу. Что будем делать? Я хочу вот это вот. Здесь главное еще не спешить, когда бумажки таскать. То что ты будешь делать просто? Ничего. Откусить. Раз, два. Что? Это что самое? Вы это видели? Это прикольно. Только тихо. Блин, ну это красота. Какая красивая. Сколько же блогеров хотят сейчас вот эту штучку на подносе? Она вот тут стоит у нас. Таких немного у блогеров. Да. По пальцам пересчитать. И это, ребят, все благодаря вам. Тяжелая, капец, ребят. Она весит реально 7 кг, наверное. Очень тяжелая. Да, и она очень пэцкается пальцами. Также смотрите, как она выглядит вот с этой вот стороны. Вот такая кнопочка, ребят. Это все благодаря вам. Помните это. Я вот кнопку показываю на канале в первый раз. Ребята, принимаю ваши поздравления внизу в комментариях. Пишите, Владос, поздравляю с кнопочкой. Красава. Кнопка красивая. Короче, любой креативчик, ребят. Принимаю ваши поздравления в комментариях. И говорю вам огромное спасибо. Кому там что выпало? Лизнуть мне. Лежи ее. А мне чуть-чуть лизнуть? Я, братан, не знаю. Сделай хорошо, чтобы подписчикам понравилось. Никогда не думал, что первый ролик на канале будет. Я буду лизать кнопку. Лежи!
Это посвящение, мне откусить придется. Блин, вкус железа настоящего, такого прям плотного железа, бриллианта. У меня ничего, так что, а ты откусывай, давай. Не получается откусить. Ну, очевидно же, да, что, ну, не откусить. Ну, логично, ну, ребят, на самом деле, все, пишите ваши поздравляшки с кнопочкой в комментариях. Мы будем их читать, лайкать, радоваться, любить вас, обожать и снимать новые ролики. Даниил! Третий раунд. Лизнуть. Открывайте. Нормас. О, мне лизнуть, чупа-чупс, мне вот так... Лиза. Как его можно откусить? Это же минус зубы. Ну ладно, откусывай, потом я долежу, что там останется. Откусить чупа-чупс? Угу. Как бы с одной стороны кажется, ну, он просто должен лопнуть, а с другой стороны кажется, ну... Кусь, делай кусь. А еще такой большой же купили, ну? Ой, я чувствую, как эмаль просто в этот момент. Это нереально? Unreal. Давай, братан. Я боюсь, что зубы лопнут. Щелкунчик, давай. Конечно, лопнут, мы на это и надеемся. Это либо зуб, либо чупа-чупс. Это не зуб? Это не зуб, это нормально, ты живой? Я живой, пацаны. Лежу. Все, я отлизал. Я жвачку просто хотел, пацаны. Даниил, уничтожьте реквизит. Графика! Какая графика? А4 продакшн. Монтажники работают на всю мощность. Монтажники. Монтаж! Мы любим накидывать работу монтажникам. Баскетбол. Я сам монтажник, поэтому работу не люблю накидывать. Четвертый лот. А непонятно. Куда смотрел? А ну я не куда не смотрел. Повтор. Видеорегистратор. No, me. Смотрите, я не смотрю. Опа, опа, ты-ты-ры-ты-ты. Я надеюсь, там не табас. Хоть бы сейчас камень попался, пожалуйста, просто камень. Петарда. 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 О май гаш. Так, после этого раунда ты со мной пока не разговаривай. И ты со мной, Владос, пожалуйста, поменьше. Юля? Ну что, в принципе, задание понятно? Кстати, ну, могу сказать, что это полезно. Чесночок. Лежи давай. Ты сейчас, надо подождать, может быть, я что-то у тебя произойдет. Я происходит, бактерии погибают, просто гибнут. А я чувствую, они гибнут. Что-то я в последнее время только лежу. Это чё? Сеня, ты живой? Ты живой? Ты живой? Очень надеюсь, что сейчас Даник принесет пасту, пожалуйста. Лизнуть. И, наконец-то, откусить досталось тебе самое жесткое. Ну, как вы понимаете, мне досталось ничего. Ну что, Глент, ты лизал. Лизал. А сейчас будешь откусывать. Сейчас полное посвящение в челлендже. Блин, главное, чтобы там что-нибудь легенькое, знаешь, откусить там кусок пирога. О май гаш! Ингредиент как бы интересный. Нужно сделать сочный укус. Мощный, сочный. Что-то у вас таких мотиваций не было, когда вы откусывали. Ты сам понимаешь, надо подписчикам показывать, что ты... Сильный пацан. Сильный пацан. И ты не зря здесь находишься. Ведь мы лучшие из лучших в этом деле. Есть, хрысти. Мы лучше всех. Кусаем, лижем. Лижем, кусаем. Падаем в коробки, пробуем... Слизываем. Да. Кусай. Вот видите, лимон, подписывайся на канал, чтобы их было больше. Ладно, погнали. Вот хорошо, хорошенько. Если так смачно кусанешь, вот ты должен так кусануть, чтобы ребята захотели подписаться, чтобы они поняли, что здесь происходит. Серьезные дела. Погнали. Хорош, блин, ты красава, реально. Ты красавчик, блин. Да, я так никогда не видел, чтобы так лимоны кусали. Молодец. Достойные подписчики. Ребята, вот 40% вы по-прежнему сидите на месте. Короче, это жестко было. Откусить кусок лимона. Да, стоп. А как же лизнуть лимон? У меня ничего, у тебя, да, у него лизнуть. Смотри, смотри, вот с очком. Блин. Это было неожиданно. Блин, пацаны, а у нас вообще такого много там? Ну, жестко. Это еще даже не половина. Это только-только начало, а дальше столько жести.
Он опять что-то несет тяжелое, нет? Там что-то тяжелое опять. Не смотрю. Давай. Так, корона. Ожидаем. И мой последний. Да, я уже точно знаю, что откусить. Томбо! А давай, Егор, ты закроешь глаза и по нашей реакции попытаешься понять, что там. Давайте. Куда? Хорошо. Я вспоминаю сейчас этот вкус. Я ел сыр такой и очень много. Хотел к столу прилепить. Это просто отвратительно. Ну, я не знаю, ну хуже этого только... Я не знаю, что хуже. Я сразу. Не по звуку понял, что перезнул. Ладно, как сказал Влад, откусить это еще не значит, что проглотить. Надо было тебе в конце выпуска это сказать, ладно. О, так ты тут вообще нормально кусанул. Пока я как... Даник, пожалуйста, уничтожь, в печку. Ну что, давайте в этот раз сначала откроем, поменяем немножко условия, а потом вытянем бумажки. Там что-то соленое, 100%. О, нормально. Тортик. Прикольно. А, кстати, помните, у нас была договоренность, если выпадает откусить на торт, то мы делаем... Блин, пожалуйста. Можно я первый? Ушел. Блин, я надеюсь, что вот эта борьба была... Что у тебя? Нет! Это называется просвещение. Это не просто так. Звезды становятся именно так, как нужно. Да, лизнул. Ну, это вообще изи. Черт. Стой, Егор, для начала, давай обсудим все условия программы. Для начала я откусываю, а потом... Нет, ты сначала вот так вот берешь и вот так вот застываешь. С ртом, делай открытый рот, пожалуйста, хочу, чтобы ты с открытым ртом застрял. Ну что, готов? Да. Жирно так вот так, хорошо. Он не прилепил, а не прилепился. Смотри, зачерпнул ковшом просто. Бля, прикольно. Я не могу, у меня век посреди. Ребята, поддержите Глентик. Он первый раз ворвался к нам в ролики и сразу... Вот, пожалуйста. Сразу вот кусок торта засыхает на щеке. Поддержите его в комменты и, возможно, увидим его еще раз. А теперь, монтажники, пора за работу. Вот это... Что? Это, конечно, да. Вот это поворот. А4 продакшн, это отбивка будет. Ну что ж, я, во-первых, не ощущаю пока никакого жесткого, едкого запаха, но это вообще не, ну, звоночек, может быть. Пахнет годным контентом. На. Нет, пожалуйста, нет. А вот бумажечка. Расскажи еще раз ребятам, как, насколько ты не любишь острое. Я просто не могу есть острое. У меня настолько, остое, что у меня все разрывается. У меня лицо горит абсолютно. Я надеюсь, у меня не откусить. Потому что если у меня откусить, это все. Нет. Ты же первым бежишь. Это же супер ядренейший просто. Да. Ядренейший такой острый. Короче, 5 секунд. 5 секунд держишь. Пацаны, я надеюсь, вы должны понять, насколько мне больно. 1, 2, 3, 4, 5. Это жесть какая-то просто. Воды, пацаны, воды, плиз. Воды, Даник, пожалуйста. А ты открой внутренность и внутри лизни. Вот оно. Давай, вот прям туда вот. Ребята, да, самое время. Я выдохнуть не могу, мне прям. Короче, это 100% в печь. Даник, это в печь. Это само печь. Это вот просто в печь. А ты можешь? Я, короче, вот мацал перчик и нечаянно вот так вот себе в нос вот так вот сделал. И просто вообще я горю. Зачем я сейчас еще раз это сделаю? Просто сразу открываем. О, да!
Нужно лизнуть бумагу и откусить бумагу. Или ничего. Да. Раз, два, три. Откуда? Ну это символично. Значит. Откусить? Бумага кусает бумагу. Нормально. Ну что же там дальше у нас? Ну что, бумажки или открывать? Бумажки, конечно. Я понял. Отк. Ненавижу лизать. Все внимание вот сюда. Контент. Сделай, он же на хромаке ездил, как будто там вода, водопад течет. А4 Pro тоже. Так, пацаны, нюхаем, нюхаем сначала. Знаете, сколько у нас еще жестких осталось? Раз, два, три, четыре. Это что? Это ореховое масло. Ой-ой-ой-ой, это горчица. Почему ее так много? Наколдовал ему откусить, проверяйте. Как тебе повезло! Колдун! Наколдовал? Наколдовал! Можно колдовать, чтобы на канал подписались сейчас. Ну там уже 60% подписанных, ты им знаешь об этом? Ну сейчас я на 40% там поработаю. Ну кто-то любит, знаешь, кто-то любит. Вот какой-то придурочный в жизни человек любит это есть. А мне что, я могу снизу типа батон лизнуть? Да. Хога! Ты знаешь, что ты мог бы стать сейчас пуськой, вот вообще, понимаешь? Так что давай аккуратно с этим, братан. А мы как бы бровы. Ну да. Прикольно. Ну что, какой-то там раунд. Не знаю почему, но Даниил Андреевич сказал, что это... Давайте сначала бумажки вытянем. Черт! Давайте узнаем, почему Даниил Андреевич сделал совершенно неприятное лицо. Это шоколадный какой-то... Это что? Это что? Это тушеночка такая. Фу, котячим кормом пахнет просто. Это говяжья тушенка? Вы просто посмотрите, какую кучу он навалил. Это какая-то на диете, и может есть только бутеры как будто. Просто откусывай. Давай больше. Ну ладно, это было хорошо. Ну знаешь, типа, когда... Ну, типа, это можно кушать, правда. Угу. Почему-то сразу чуть не блеванул, а сейчас вкусно. Да? Мне кажется, лизнуть вот будет ужаснее, потому что видишь, да, вот здесь сверху желешка, давай. Черёк. Сопелька такая, да? Чисто, вот знаешь, в яичке вот эта сопелька. Ну, ужасно, отвратительно, хуже некуда. Жвачка. Ну что, ребят, я смотрю на досочку нашу, и там осталось 3 ингредиента, и все они просто как на подбор. Один ужаснее второго. Бумажечки. Бумажечки. Так. Я не смотрю, честно, вот, на шар. Лизнусь, наконец-то мне повезло. Тебе повезло, говоришь? Ну что? Водка. Глентик, добро пожаловать в шоу. Давай посмотрим, что там. Что? Глен, а ты можешь закрыть глаза, и ты почувствуешь сразу запах? Окей. Как ты думаешь, что там? Чего? Это ролики какие-то, типа колесами воняют какие-то. Это резина! Так это просто откуси кусок резины и все. Никогда в жизни не лизал резину. А теперь вам нужно как-то от этого откусить кусочек. А я ем ее каждый день, поэтому у меня... Ну ты суровый парень. Ого. Тяни. А может так откусил? Откусил? Зуба нет. Маленький кусок, ну что это, как пуська какая-то. У меня будто нос вылез чуть-чуть, когда я под напряжением. Вообще почти на грани, там чуть-чуть дожать. А это как называется, вегетарианство? Вообще, ну вылезет как будто вот прямо сейчас. У тебя зубы оторвутся. Тихо. Ладно, все, мы поняли. Ладно, понятно, что это очень сложно, но кусок он откусил, поэтому все гуд. Да, мы, короче, переживаем за зубы Глента, что они у него вылетят вместе с вот этой резиной. Это можно засчитать. Он слишком довольный, там, знаешь, что-то очень плохое. Но это предпоследний. Лизнуть, ничего. Ну, ладно, надеюсь, что там что-то норм. Ну да, у меня откусить, походу. Ну, давайте посмотрим, что там. Я домой, пацаны! Давай, удачи, спишемся! Как это происходит? Почему мне, реально? Почему мне? Ну, не надо жестко, плиз.
Лен, пожалуйста, пожалуйста, прошу, это жестко, это не просто соус, это, ну, яд, это яд. Чел, пожалуйста, хватит. Ну, Глен, пожалуйста, ну хватит. Ладно, меня будут называть пускай Лей. Давай, Лей, хорошо, Лей. Давай, Лей. Лей полностью. Целую банку. Нафига нам это? Ну все, уже я думаю, все, хорошо. Хватит. Так, ну я ни разу не пробовал. Давайте я хоть чуть-чуть, вот, буквально на пальчик. О, я попробовал. Ужасный язык в эту шутку. Это кровь или это табаско? Это язык уже растворился просто. О, да. О! Все, Даня, спасибо. Попить. Я вспоминаю этот запах. Ужасный, отвратительный запах. Блин, почему такая странная фигня? Просто я больше всех ненавидел остро, и мне попалось. Ладно, давайте по-жесткому, реально. Мы, пацаны, молодые, все переживем. Раз, два, три. Привет, гастрит. Смотрите! Просто весь бутер съел! Огнетушитель, срочно! Угу. Егор, все, тормози. Бросай! Нет в контенте лучше момента, когда Егору выпадает табаско. Я думаю, что тут температура повысилась от того, когда он начал есть и выдыхать. Ну что, ребята, последний раунд. Самая жуткая, жесточайшая рыганинская жесть в студии. Что может быть жестче, чем табаско? Вы готовы? Ну давай. Чего? Какой жирный! Короче, давайте сразу, мы не браконьеры, мы купили это в магазине, и это магазинная рыба, поэтому все честно. Магазинную рыбу люди едят. Да. Пожалуйста. Раз, два, три. Я же говорил, я колдун. Любые порчи, там, снятие порчи, все ко мне, я так понимаю, я колдую профессионально. Я не знаю, как так все время происходит, но Влад ненавидит рыбу. Он не ест все, что с рыбой связано. И как так получилось, вообще неизвестно. Потому что я... Ну это колдун, реально. Космос. Ладно, колдун, раз уже ты колдун, тебе нужно доказать. Еще раз, пожалуйста, попроси людей, которые не подписаны на канал, подписаться. Ребята, вы уже видели мои способности, поэтому я вам просто могу прочистить карму одной кнопочкой. Одной, красненькая есть. Серенькая стала. Все, сейчас. Чистишь карму? Чищу карму подписчикам, всем, кто, да? Вот прям сейчас. Нажимай быстрее, нажимай на подписку. И еще подписчикам по новенькому. Все, готово. Это 100%. Красава, Глен, спасибо тебе большое за такой актив. Ну, Владик, пацаны, я делаю дело. Подожди, дай я лесу. Ну ты только так, полноценно. Ой, ты ее трогал. Не чехлы, подождите. Все в порядке? Наверное, показалось. Может быть, Фанта? Ребята, со мной что-то произошло. Если хотите увидеть концовку этого видео, переходите по ссылке в описании. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.